многие пришли сюда без танцевального навыка. Спустя несколько повторений участники акции «Танцы Победного мая» кружатся в ритме вальса, польки или кадрили. Специалисты Центра досуга и кино «Октябрь» подбирали репертуар и музыку, которая соответствует эпохе 40-х годов. Танцы ставили такие, чтобы присоединиться к ним могли все желающие. Подача такая доступная. То есть вроде бы как только пришел, уже танцуешь. Атмосфера очень нравится. Вот, доброжелательность, какая-то радостность, улыбчивость, культура, общение. И, в принципе, да, что-то новое тоже очень нравится. Василий Фомин любит потанцевать, правда, больше специализируется по народным танцам. На мастер-классе пришлось потрудиться. Танцы прошлого столетия оказались сложнее. Но повторить победный вальс – дело чести. Так он чтит память своего деда, участника войны. Я пришел, чтобы найти тут друзей, пообщаться и, скажем, душу себе отвести. Честь вот такого прекрасного нашего наступающего праздника 9 мая. Отдать дань уважения нашим дедам, отцам, бабушкам, дедушкам. Танцы Победного мая уже знакомы сыктывкарцам. Опыт прошлых годов показал, что горожане 9 мая не сидят дома, а активно вовлечены в праздничные мероприятия. Мы когда делали такие танцы год назад, было очень много горожан, которые были вовлечены, которые с усердием, с любовью танцевали эти танцы. Так это было замечательно. То есть мы понимаем, что людям важна история. Танцевать будут в любую погоду и независимо от количества участников, говорят организаторы. Помогать будут волонтеры в стилизованной военной форме прошлого века. Для тех, кто сходу решит присоединиться к акции, заготовлен гранд-марш под прощание славянки и другие танцы. Екатерина Родина, Алексей Прошуков, телеканал «Юрган».